Каждый третий пациент травматологического отделения оказался здесь после дорожной аварии. Прогнозы выздоровления у всех разные. Некоторые находятся здесь уже несколько месяцев. Несмотря на это, стараются не падать духом. Я вполне уверен, что я буду скоро не то что ходить, но и бегать, и прыгать, и также заниматься спортом, как и раньше. В травматологическом отделении больницы имени Середавина сейчас более 70 пациентов. Для их скорейшего выздоровления доктора делают все возможное – лекарства, перевязки, восстановительные процедуры. Напомнить о безопасности дорожного движения, а заодно ударить по недугам витаминами, решили инспекторы ДПС и члены благотворительного фонда. Мероприятие является профилактическим, и главная задача госавтоинспекции – напомнить водителям о том, чтобы они всегда пропускали пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходным переходам, а пешеходам напомнить о том, чтобы они переходили проезжую часть только в установленных местах. Для нас это еще одна возможность сделать хорошее, доброе дело. Угостить людей яблоками и напомнить, что нет ничего ценнее человеческой жизни. За человеческие жизни и здоровье в этот день молились и сотни православных верующих, которые пришли на службу в местный храм в честь великой преподобномученицы Елисаветы. По окончании службы каждый смог осветить принесенные с собой яблоки, чтобы потом поделиться частичкой праздника со своими близкими. Павел Баймаков, Максим Гусев. События.